Пенсионерам Одинцовского округа теперь доступны бесплатные занятия йогой, вокалом, спортом, рукоделием и не только. И все это в рамках масштабного проекта, реализуемого по поручению губернатора Московской области «Активное долголетие». Я надеюсь и верю, что эта программа воплотит в жизнь все желания и возможности тех наших посетителей старшего поколения, серебряного возраста, которые бы они хотели воплотить в жизнь. Основными задачами проекта «Активное долголетие» является обучение людей пенсионного и предпенсионного возраста, а также организация интересного и здорового досуга для них. На празднике, посвященном Дню пожилого человека, проводились мастер-классы по скандинавской ходьбе, зумби, йоге, а также рисованию и рукоделию. Например, Тамара Владимировна с удовольствием занимается вокалом, посещает литературные вечера и кружок рукоделия. Ну, конечно, это очень хорошо, что нас всех собрали. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вся неделя занята. Дыхательная гимнастика, йога, в общем, танцевальный, драматический кружок. Стать членом клуба «Активное долголетие» могут все желающие. Женщины от 55 лет и мужчины от 60. Для этого необходимо подать заявку в Центре соцобслуживания по месту жительства или установить приложение «Мобильный центр социальных услуг». По Одинцовскому району будет очень много развешано ссылок, чтобы люди могли зарегистрироваться на этом сайте. Также можно будет позвонить в Управление социальной защиты, в комплексный центр социального обслуживания и стать активным членом, зарегистрироваться в этом клубе и выбрать для себя именно ту активность, которая наибольше соответствует желаниям, потребностям пожилого человека и в наличии рядом с его местом жительства. В завершение праздника самых активных участников торжественно наградили благодарственными письмами. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».